Груші з імбиром, легким присмаком кориці та мигдалю. Саме так смакує ідеальний пиріг, на думку Олесі Панової з Сум. Мені не хотілося, якби... Вначале что-то придумать такое супер, неймо фанта суперовый, скажем так. Мне хотелось что-то придумать простое, но со вкусом. Но хочется, чтобы все было вкусненьким, таким пряным, ароматненьким. 34-річна Олеся – медсестра. Пече пироги з малку. Когда я была маленькая, проблемы были в стране со сладостями. Я вот делала себе тесто бисквитное с яйцо, сахар и даже муку клала. И сидела потом тихонечко ела это все. Зараз головний помічник мами на кухні – її маленька донька. Какая мамина помощница. Ой, спасибо тебе большое. Очень мне интересно, что получится с грушом и с имбиром. Как то сочетание, такое груша, такая фруктовая, свежая и такой немножко островатый вкус и такой оригинальный имбира. Я думаю, что эта комбинация должна получиться.